Привет-привет! Сегодня хотел бы поговорить про полировочные пасты. Ну, наиболее популярные пасты для доточки, для доводки ножей – это Диалюкс. У меня есть целый набор из паст. Красный Диалюкс, зеленый Диалюкс и белый Диалюкс. Вот. И плюс еще сегодня хочу рассказать про паста Гои, которая продается, не знаю, в Леруа Мерлен или на строительном рынке. Конечно, еще надо поискать, но тем не менее паста такая есть. Скажу сразу, что красная паста Диалюкс, она предназначена для полировки драгметаллов, золота и так далее. Вот для полировки ножа она не совсем подходит. В общем, бессмысленная просто трата времени и трата пасты. И еще она очень вонючая, очень маркая. В общем, надо ее использовать по назначению. Дальше. Паста Гои. Вот эта вот паста Гои. Я не знаю, какой это номер, но вот она продается вот именно вот такая, в таком вот, вроде бы номер 3. Она достаточно грубоватая, от нее остаются царапины, тоже она так, пачкает достаточно сильно, потом просто приходится оттирать металл от нее. Она полирует, но, тем не менее, мне не очень понравилось. Вот, и остается последняя паста, зеленая. Зеленая Диалюкс, она предназначена тоже для полировки драгметаллов, платины и более, и, например, там стали содержащих каких-то сплавов. Но, тем не менее, я использую для полировки на шлифовальном станке. У меня здесь стоит муслиновый круг, такой тряпочный. Вот этот ножик я сейчас занимаюсь его восстановлением. Про него я как-нибудь расскажу чуть позже. В общем, полирую вот на такой пасте. Ну, соответственно, белая паста Диалюкс, она универсальная, подходит для всех металлов, сталей. Я ее использую на коже. В общем, сейчас вот буквально 2 секунды, как это выглядит. Наносим немного пасты и начинаем потихонечку делать наши полировальные работы. Вот таким образом потихоньку мы полируем ножик до зеркального блеска. Всем привет!